Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим акустику от компании Marel серии Maxima размером 13 сантиметров, и это у нас компонентная акустика. Давайте рассмотрим комплектацию ее. Так, сразу мы видим здесь документацию в виде инструкции. Есть в комплекте также две сеточки. Так, наклеечки Marel маленькие. Далее идут вот такие вот кроссовера. Вот, то есть все здесь подписано, питание, твиттер, вуфер, отдельно подключается все. Также есть второй кроссовер. Также идут твиттера с такими вот маленькими подиумами уже. Один твиттер и также второй твиттер. Также есть дополнительные чаши для твиттеров, то есть если такой вот вариант неудобен или некуда поставить, есть дополнительный вариант с вот такими вот дополнительными чашами под твиттера. Так, и далее, конечно же, сами динамики. Динамики вот такого вот плана. В принципе, по глубине чуть больше, чем стандартные обычные динамики, ввиду того, что мощность у них довольно-таки высокая. Номинальная мощность, хочу напомнить, что у них 80 Вт и сопротивление идет 4 Ома. Вот один динамик. И также второй динамик. И дополнительно идут концевики разные, саморезы для установки. То есть это также все идет в комплекте. И давайте сейчас замеряем нашу посадочную глубину, потому как это одно из самых распространенных, из самых важных вопросов при выборе акустики. Так, составляет 51 мм. В принципе, довольно-таки небольшого размера по глубине.